Осенью, когда темнеет достаточно рано, полиция уделяет особое внимание наличию у пешеходов светоотражателей. Делается это для безопасности самих пешеходов. Но несмотря на все старания полиции и обширную информацию в СМИ, люди по-прежнему игнорируют это требование, из-за чего и сами же становятся жертвами ДТП. Все видите, какая погода на улице. Во-первых, рано темнеет. Во-вторых, сейчас туманы начинают досаждать и пешеходам, и водителям. То есть видимость ухудшается с каждым днем, даже с каждой минутой, можно сказать. Поэтому светоотражающие элементы на одежде или прикрепленные светоотражатели – это основная функция, которых максимум обезопасить самого пешехода и предупредить водителя о том, что на дороге находится человек. Начальник дорожной полиции Латгальского регионального управления еще раз напоминает пешеходам о соблюдении элементарных правил безопасности на дорогах. Передвигаться, во-первых, нужно по правильной стороне. Я надеюсь, все пешеходы знают, что идти надо навстречу движущемуся транспорту, чтобы вовремя быть замеченным. Лучше, конечно, когда отражатель находится на левой руке, то есть ближе к центру дороги. Но если будет и спереди, и сзади, и на обоих руках, и на сумке, то это будет еще лучше. Поэтому я говорю еще раз, чем больше у вас светоотражающих элементов, тем больше шансов быть замеченным. Внимательны и осторожны должны быть все – водители, велосипедисты и пешеходы. Соблюдая правила безопасности и уважая всех участников движения, на дорогах станет намного меньше аварий, в том числе трагических.